за теплые слова. Всем добрый день. Очередной добрый день в прыжках в воду. Микст, 10-метровая вышка. И у нас очень сильная команда. Виктор Минибаев, Екатерина Беляева. Ну, не побоюсь это слово, фавориты. Фавориты этой дисциплины. Да, постучим по деревянному комментаторскому столику в нашей позиции. И 5 у нас получается дуэтов. Россия, Италия следом выступает. Затем Великобритания, Румыния и Германия. Это пятерка финалистов. И каждая команда должна выполнить по 5 прыжков. Первые 2 прыжка по правилам — это прыжки обязательного класса с одинаковым для всех коэффициентом трудности 2.0. Вот наши сейчас выполнили прыжок третьей группы из передней стойки пол оборота назад. И сразу же прекрасное исполнение обязательной программы. Оценки очень высокие. 9 мы увидели. И сумма баллов очень хорошая за прыжок. Сейчас на старте команда Италии, кстати, уже чемпионка Европы. Тут нами Батки в паре с Майклом Верцотто. И ребята Куадро Адзурро выполнят прыжок второй группы из задней стойки пол оборота назад. Тоже, естественно, коэффициент трудности 2.0. И если посмотреть на старт-лист, то мы видим, что Наоми Батки и Майкл Верцотто являются самыми опытными по возрасту спортсменами. Наоми Батки получается уже сколько? 31 год, а Майкл Верцотто тоже 31. Они опытные и регулярно выступают в финалах на чемпионатах мира, как в синхронных прыжках, так и в индивидуальных видах программы. Но здесь мы видим две большие разницы по сравнению с нашим дуэтом по исполнению прыжка. 47-40 сумма баллов за этот прыжок. Надо немножко рассказать нам про судействие. Оценивают 9 арбитров прыжки спортсменов. 4 первых оценки за индивидуальные действия. То есть по 2, да, одного спортсмена и 2 судьи сидит с другой стороны, оценивают ближнюю к нему прыгуна. И 5 оценок — это синхронные действия. Сейчас пол оборота назад согнувшись, исполнили Эден Чен и Ноа Вильямс, представители Великобритании. Но вообще мы знаем, что школа британских прыжков в воду очень сильная. И в Европе у нас получается топ-3. Это Россия, это Украина и Великобритания. Да, понятно, итальянцы, здорово выступают немцы, но все-таки у этих 3 стран наград побольше. Хотя у сборной Великобритании здесь не самый сильный состав на этом чемпионате Европы. Ну, по поводу топ-3 я бы с тобой поспорил, Андрей, потому что команда Германии априори очень сильна. Просто сейчас у них смена поколений, и, к сожалению, после ухода многих лидеров вот молодых таких звездочек пока не появляется, и все держится, продолжает держаться на Патрике Хаузинге, который уже совсем не молод, и вот Тини Пунцель. Да, Патрик Хаузинг, напомним, спустя 3 года вновь стал чемпионом Европы, на этот раз выиграл метровый трамплин. Ну и, кстати говоря, неплохо выступил сегодня в утренней квалификации на 3-метровом трамплине. Сборная Румынии — Константин Попович и Антония Михаэла Павел. Константин Попович очень интересный прыгун. Он финалист чемпионата мира 2009 года. Вообще достаточно такой одаренный спортсмен, но в году, по-моему, в 2013 он решил завершить карьеру где-то в эти даты. И сейчас выступает в хайдайвинге. Помимо прыжков в воду, он участвовал на Кубке мира в Китае совсем недавно. Но вот решил отобраться на Олимпийские игры, вернулся в прыжки в воду, в классические. И вот мы его видели на чемпионате мира, правда, финал там не попал в индивидуале. И сейчас вот чемпионат Европы. Но, кстати говоря, очень хорошая техника. Вы видели, резко выполняет прыжок, хорошая складка у Константина Поповича. Интересный момент. Он старше своей партнерши по этому дуэту на 16 лет. Антония Михаэла 2004 года рождения, Константин Попович 1988 года рождения. Ну, вот такой разброс еще у сборной команды России. Да, 12 лет разницы между Виктором Минибаевым и Катей Беляевой. А, ну вот еще и Германии, кстати, тоже 87-99, тоже 12 лет. Да, это Флориан Фадлер и Кристина Вассен сейчас выполнили прыжок из задней стойки полоборота назад согнувшись. Ну, вот здесь мы видим рассинхронность в действиях. Вообще, микс интересный
вид программы. Здесь, конечно же, априори и по антропометрическим данным, и по физическим показателям мужчина сильнее женщины, да, женщины. И приходится мужчине подстраиваться под свою партнершу. 46-80 – это четвертый результат. И сейчас нам покажут турнирную таблицу. Возглавляет ее команда России. 52-20 – это потрясающая сумма за обязательную программу именно в миксте. Потому что в синхроне, даже когда прыгает девочка с девочкой или мальчик с мальчиком, не всегда за 50 баллов вот прыжок с этим коэффициентом 2-0 набирают. Второй раунд. Полоборота назад согнувшись. Екатерина Беляева, московская спортсменка. И Виктор Минибаев представляет Московскую область. Катя Беляева тренируется у Светланы Никульшиной. С Виктором Минибаевым занимается главный тренер нашей сборной Светлана Борисовна Моисеева. Хороший синхрон, прямо идеально. Идеально, с небольшого недохода. Но Виктор Минибаев настолько опытен, что он гасит вход в воду. Несмотря на достаточно серьезный недоход для обязательного прыжка. Где-то градусов 70, да, вот посмотрите, здесь видно. Ну, мастерство, конечно, многолетний член сборной команды России Виктор Минибаев. Трижды серебряный призер чемпионатов мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Причем все три победы у него с разными партнерами. Три серебряных медали. С Романом Измайловым в 2015 году в Казани. С Артемом Чесаковым в 2013 году в Барселоне. И дважды уже, четыре серебряные награды. И дважды с Александром Бондарем. Да, и очень хорошие шансы через год, я надеюсь, в Токио на Олимпиаде у Вити Минибаева и Александра Бондаря на как минимум медаль. В синхронных прыжках с вышки. По крайней мере, синхронные прыжки с вышки. Ну, на прошедшем чемпионате мира в Корее, ну, для нас, для российских болельщиков, были самой интересной дисциплиной. Синхронные прыжки и индивидуальные с вышки у мужчин тоже нас очень сильно порадовали. В частности, Александр Бондарев, завоевав бронзовую награду. Команда Италии полоборота назад, согнувшись с передней стойки. И хороший отрыв, я так предполагаю, будет у россиян после двух обязательных прыжков баллов 10. Это, честно говоря, очень много, потому что произвольных прыжков всего 3. И они все в целом у всех одинаковые. В основном передние вращения будут не такие сложные, как вращение назад. Поэтому грубых ошибок ждать здесь не приходится. Да, но будет продолжаться борьба у нас за золото, серебро и бронзу. Эден Ченг и Ноа Уильям выполнили свой прыжок третьей группы из передней стойки полоборота назад. И здесь тоже есть помарки, в том числе и при входе в воду. Сейчас посмотрим отставание британцев от нашей команды. На втором месте Эден Ченг и Уильямс. Итак, дамы и господа, Андрей Симонов, комментатор Матч ТВ и двукратный чемпион мира Глеб Гальперин продолжают для вас работать с чемпионата Европы по прыжкам в воду. Микст 10 метров. И вот сейчас немцы завершили обязательную программу этого финала, выполнив прыжок из передней стойки полоборота назад. Согнувшись, это Флориан Фанлер и Кристина Вассен. Мы дождемся турнирной таблицы и убедимся, что сборная России будет возглавлять рейтинг после обязательной программы. Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. Ребятам осталось выполнить теперь 3 произвольных прыжка. Я хочу сказать, что Виктор Минибаев и Екатерина Беляева уже долгое время, ну как долгое время, второй сезон выступают вместе. И в этом году уже добились определенных успехов. Обратите внимание, 5 баллов и 4 десятых мы выиграли за обязательную программу. Это, кстати говоря, хороший отрыв за прыжки. Опять-таки, одинаковые коэффициенты трудности. Ну и произвольная программа. 3,5 оборота вперед. Виктор Минибаев, Катя Беляева. Хорошие синхронные действия. Получше можно было погасить. Вообще, Виктор, конечно, делает прыжок 4,5 оборота
положение группировки, когда прыгает индивидуальные соревнования или в синхроне с Александром Бондарем. Но вот здесь упрощает программу для того, чтобы вместе с Катей прыгнуть этот более легкий прыжок. Катя Беляева, конечно, открытие этого сезона в прыжках в воду. И не только, наверное, сборник команды России. Блестяще выступает и на мировой серии в этом сезоне, и на чемпионате мира, который проходил совсем недавно в Кванджу, в Корее. Буквально ни одного прыжка, да, она выступала там и синхронно, и микс практически безошибочно. А ведь в прыжках в воду стабильность — это очень важный компонент. Тем более стабильность, когда тебе всего-то получается сколько? 16 лет ей недавно исполнилось, 22 июня. 16 лет. И в этом возрасте Катя Беляева уже стала призером взрослого чемпионата мира. Как раз-таки вот в этой дисциплине, в синхронных прыжках в миксте, на чемпионате мира в Куанджу, Виктор Минибаев и Екатерина Беляева стали вторыми вслед за китайским смешанным дуэтом. 63 балла набирают на Эмбатке и Майкл Верцотто. И сумма 157-80. Они пока вторые. Ну, тот же прыжок Эден Чен, ну а Вильям. Здесь, в принципе, все пары будут одну и ту же программу прыгать. Просто у некоторых разное расположение этих же прыжков. Ой-ой-ой-ой, да. Смотри, Глеб. Явная ошибка у сборной Британии. Рассинхрон полнейший. Ну и вход в воду не получился. Как у Ченг, так и у Уильямс. Ну, не самый плохой у нас прыжок. 7,5, да. Что-то один Ченг набрызгало. И по синхрону он повыше просто оттолкнулся. Но Уильямс здесь приходится не доталкиваться представителям мужского пола. На старте Константин Попович. Так вот, программа у всех, да, одинаковая. Расположение немножко разное прыжков. Вот румынская команда начинает с винтового класса, а вот 3,5 оборота вперед они делают последним прыжком. 2,5 оборота и 1,5 винта. Прыжок с коэффициентом трудности 3,2 у румын. Ну, достаточно неплохо. Достаточно неплохо для сборной команды Румынии, конечно. В принципе, у Константина Поповича и Антонии Павелс есть сегодня шанс побороться за бронзу. За бронзовую награду. И я так думаю, они отдадут все силы. Вообще, медали на чемпионате Европы уже имеют, помимо двух золотых Украины и Германии, одной золотой у России, есть еще и команда Нидерландов с золотом. В прыжках с трехметрового трамплина и серебро в прыжках с вышки. Да, мы вспоминаем, что вчера во многом неожиданно для болельщиков, но для нас, специалистов, вполне ожидаемо, победу одержала Инги Янсен из Голландии, которая, ну, долгое время выступала, была в призах на Европе. И вот, к сожалению, россиянке Кристине Ильиных из Екатеринбурга всего лишь 1 балла и 25 сотых не хватило до золота. Немцы выступают. Их первый прыжок из задней стойки вперед. 3,5 оборота, 3,2 коэффициент трудности. Ну, помимо золотых медалей на этом чемпионате Европы разыгрываются еще и олимпийские лицензии. Этот вид программы не олимпийский микс, да, но вот в индивидуальных видах программы победители получают лицензии на Олимпийские игры для своей страны. И те, кто их не заработал совсем недавно на чемпионате мира, а там, я напомню, 12 финалистов получали лицензию на Олимпиаду и 3 синхронные пары. Итак, обратите внимание, дамы и господа, турнирная таблица. После 3 раундов из 5 попыток наша команда в составе Екатерины Беляевой и Виктора Минибаева выигрывает у ближайших преследователей 7,5 баллов. Конечно же, за 2 прыжка до финиша 7,5 баллов — это не такое преимущество, при котором можно уже расслабиться. В прыжках в воду, в принципе, расслабляться до последнего прыжка не стоит. Нельзя. Итак, 4-я попытка от наших. Беляева и Минибаев. Прыжок 3,5 оборота вперед из задней стойки. 3,2 коэффициент трудности. А,
Хороший прыжок наших ребят. Просто молодцы. Синхрон изумительный вот для микста. Именно для пары мальчик-девочка. Прекрасно. И опять же, смотрите, как гасит Катя Беляева. Ну, про Виктора Минибаева человек говорит. Да, это большой мастер. О прыжках в воду я напомню. Особенно лыжка и 10 метров. Здесь в первую очередь важно погасить вход в воду. Войти в акваторию бассейна, в данном случае киевского бассейна, очень чистый и без брызг. 74-88 за этот прыжок получают сумму россияне. И вот нам после прыжка сразу же показали Екатерину Беляеву, прошу прощения, Кристину Ильиных, серебряного призера чемпионата Европы на трехметровом трамплине у женщин. Итальянцы Наоми Батки и Майкл Верзотто выполнят точно такой же прыжок, как и минуты ранее россияне. Они на чемпионате мира в этом виде стали шестыми месяц назад. Тоже неплохой синхрон в воздухе. Но вот Майкл Верзотто, конечно, очень сильно ошибается. И буквально прыжок углом с носками на себя. Они, смотрите, здесь на входе в воду развернуло очень, чуть-чуть. Очень опытный спортсмен, 88-го года рождения, но это не то, что хотел бы видеть главный тренер сборной Италии. Это Наоми Батки, чемпионка Европы в синхронных прыжках. Здесь Кьяра Пелакани. Ну и неоднократно чемпионка Европы в индивидуальных прыжках. Еще раз напомню, дуэт из Италии самый опытный. Наоми Батки и Майкл Верзотто 31 год каждому. Так, следующий дуэт. Эден Ченко и Ина Уильямс. Британия. Эден Ченко ошибается. Здесь достаточно сильный переход. И многовато брызг у него улетает. Здесь, смотрите, целый фонтан. Ну, если сравнивать этот прыжок итальянцев, наших ребят и британцев, то, конечно, Россия здесь намного увереннее выполнила и сильнее. 68-16. Вторая позиция у команды Великобритании. На старте румыны. Тот же прыжок, 3,5 оборота вперед группировки. Здесь интересный момент. Получается, раз, два, сразу три команды, нет, четыре. Все финалисты, кроме сборной Германии, в четвертой попытке выполняют прыжок четвертого класса. Пока румыны будут прыгать, и есть возможность, я хочу сказать, что совсем недавно завершился второй соревновательный день второго этапа Кубка мира по плаванию в Китае. И сегодня два золота в копилку сборной России принес победитель общего зачета прошлого сезона Володя Морозов. Причем Володя два раза выиграл и два раза установил рекорд Кубков мира. 24-43 на дистанции 50 метров на спине. И первым в истории этапов Кубка мира из 48 секунд Володя Морозов проплыл дистанцию 100 метров вольным стилем. 47-99. Еще одна медаль сегодня у сборной России на дистанции 100 метров брасом. Серебро завоевала Виталина Симонова. Так что Володя Морозов идет ко второму подряд триумфу в общем зачете на этапах Кубка мира. Здорово. Итак, сборная Германии. Флориан Фандлер и Кристина Вассен. Ну и пора бы уже Володе Морозову взять медаль чемпионата мира или Олимпийских игр. Да, согласен. Кстати говоря, с результатом 24-43 на дистанции 50 метров на спине Володя Морозов смог в Куанджу стать чемпионом мира. Ведь там победил Зан Ваддал, южноафриканец, точно с таким же результатом. Так что пожелаем Володе Морозову через год в Токио выиграть медаль в индивидуальном виде. Ну и возвращаемся в Киев. Кстати, команда Румынии очень-очень неплохо выполнила свой прыжок с коэффициентом 3,2 и в принципе, может сейчас подтянуться к четвертой позиции. Ну, посмотрим турнирную таблицу. Возглавляют ее россияне. 14 баллов преимущество над Великобританией. Третьи идут немцы. 223-44. Италия и Румыния замыкают турнирную таблицу.
чем интересны прыжки в воду. Вплоть до последнего прыжка, до последнего раунда непонятно, кто станет победителем. В данном случае у нас ожесточенная борьба и за золото, и за бронзу претендуют. Разборки, получается, из трех стран. Германия, Италия, Румыния. Итак, заключительный прыжок. Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. Прыжок винтовой группы. Молодцы, молодцы. И немножечко Виктор Минибаев здесь вот не на том уровне прыгнул, на который может. Немножко прогнутая спина на входе воды. И вот брызги немножко вылетают. А прыжок достаточно легкий. 2,5 оборота назад с полутора винтами. Но запаса в 14 баллов, я уверен, что хватит нашим ребятам для завоевания второго золота сегодня. Просто чудо надо сделать британцам, чтобы настичь россиян. Светлана Моисеева и Светлана Никульшина. Две Светланы. Это популярное, кстати говоря, имя в тренерском штабе сборной России по прыжкам в воду. Светлана Борисовна Моисеева. Первая в истории нашей страны тренер-женщина, главный тренер-женщина в сборной. Итак, итальянцы Ноэми Батке и Майкл Верзотто, они были на четвертой позиции и проигрывали немецкому дуэту в борьбе за бронзу всего лишь 3 балла. Как с этим прыжком справляется Батке, мне, честно говоря, очень интересно, потому что, ну, профессионалы поймут, да, здесь просто нет начала. Она не то что прыгает, она просто сваливается с вышки. И с такой не самой маленькой массой тела, да, вроде камнем вниз, ну, успевает ставить руки, успевает гасить. Ну, просто большая молодец. А, понятно, что ей тяжело, 31 год в таком возрасте прыгать 10-метровую вышку, памятник там ставить. Так, 66-24 зарабатывают итальянцы. Им нужно догонять сборную Германии. А немцы у нас будут прыгать точно такой же винтовой прыжок, 1,5 винта. Ну, посмотрим. Борьба за бронзу идет очень интересно. Команда Британии. Но Уильямс и Эден Чен. Приблизительно, я думаю, что одинаковые будут оценки с россиянами. Немножко по синхрону здесь выше отпрыгивает. Но Уильямс, ну, конечно, надо себя как-то сдерживать немножко. Потому что это, ну, отчетливо видно, как он выпрыгивает наверх. Просто Эден Чен до него не может достать никак. Кстати говоря, на чемпионате мира в этом виде Ноэ Уильямс выступала с другим партнером, с Робином Бирчем. И заняли они 4-е место. Ноэ Уильямс — это как раз молодой человек. Робин Бирч — это девушка. Да, Эден Чен не присутствовал там. Румыния. Константин Попович и Антония Павел. 3,5 оборота вперед согнувшись. Но вот у румын меньше всех шансов, да, и на медаль. Хотя они уступали всего 2 балла 4-му месту и 5-3-му. Но в последнем прыжке у них коэффициент, во-первых, 3-0. Ну и делают они совсем неважные. Да, поэтому сборная Румынии здесь без медали. Хотя, опять-таки, снимем шляпу перед Константином Поповичем. Мне кажется, он перепутал. Ему показалось, что он находится на 27-метровой высоте. Сейчас за видным повторе было видно, что он открылся очень рано. То есть 2,5 оборота практически. Еще целый оборот хотел докрутить им полетом. Но здесь не 27 метров, здесь всего 10. Хотя и 10, конечно, это очень высоко. Вот Андрей знает, о чем я говорю. Да, конечно. Ну, вообще считаю, что каждый мужчина, уважающий себя, я об этом часто говорю в прямом эфире, должен хотя бы один раз прыгнуть в воду с 10-метровой вышки. Обязательно. А лучше 2. Чтобы закрепить успех. Тогда уж и 3. Для постоянства. Флориан Фандлер и Кристина Вассен. Сборная Германии. Ну и итальянцы сейчас обойдут просто команду Германии. Потому что прыжок не удался ни у Флориана Фандлера. Ой-ой-ой, посмотрите, Фандлер. Да, абсолютный рассинхрон. Много брызг. Нет вертикали на входе в воду. Согнуты ноги в коленях. Корявый прыжок. И сборная Италии бронзу возьмет, по всей видимости. И самое главное, ноги сгибает как раз молодой человек, Флориан Фандлер. Нет, все-таки хватает, получается, запаса у сборной Германии для того, чтобы одержать победу фактически за бронзу. Третьи немцы, друзья. Немцы третьи и выигрывают у
сборной Италии совсем чуть-чуть более балла. Но самое главное, что сборная России выигрывает на этом чемпионате Европы свою уже вторую медаль в синхронном.